ВАЗ-2112 2006 года. Ехали в дождь. Очень сильный. И вот что получилось. Ну, Хабир, там зачерпни воды. Посмотрим, что там. Ёб твою мать! А, так может это, блядь, с этим заводом-изготовителем? Блядь, детская ванночка, нахуй. Здесь еще, сука, центрифуги, блядь, не хватает, нахуй, чтобы белье стирать. Ну реально, блядь. Где сливное отверстие? Давай его посверлим. Здесь уже не надо ничего сверлить, здесь и так уже дохуя, судя по воде, блядь. По воды? По воде. Давай в натуре просверлим отверстие. Тут ее нет. Реально, вот со старых, блядь, стиральных машинок, блядь, вот снизу приделать, блядь, центрифугу на наливать воды, блядь, и стирать. На два отсека еще разделить, блядь. Где, блядь, привод сделать, чтобы. Где, блядь, стирает, нахуй, выжимает. Охуенно, блядь. Я говорю, что привод с этого, с колеса сделать. Светите. Светите? Блядь, давай посветим. Я дырку ищу. Дырку? Отверстие, может. Где-то здесь было отверстие, но все стекло. Да, вот оно. Что стало с подводной лодкой Курск? Она утонула. Ну, ребят, ну не у меня в гараже. А больше не твой. Ебать. Кто ты думал, он мне плохо идет? Здесь, оказывается, воды, блядь, полный салон, нахуй. Гудрон. Ну ладно.